пахнет, как холодец. Совунья. Попробуйте, вам понравится. О, да. Попробовал холодец. Двое? Стой! Эта фигурина работает! А ты еще кто такой? Не узнаешь? Я это ты! Только с разницей в 5 минут! Круто! Круто! 2 кроша! Это настоящая Крошилова! Вообще-то, мне лучше одного из вас отправить на 5 минут назад. Это все не очень хорошо. Да нет, это круто! Крутанский-раскрутанский! Слушай, так мы ведь и думать должны одинаково. Точно? Какую я сейчас цифру загадал? Селедка! Яблочко! Будем веселиться, пока не свалимся без сил! А потом будем веселиться, пока не свалимся без сил 2! Ну так что? Групповой тур по 3 историческим эпохам. Приключения, смертельная опасность, высокие риски. Все включено. Не совсем, конечно. Ну ничего страшного. Просто ты что такой скучный? Скучный? Ты бы тоже стал скучным, если бы отмечал каждый день, который мне удалось протянуть в этих джунглях. Веселая выдалась неделька, а? Если бы неделька. С тех пор, как я оказался здесь, не было ни одного дня, чтобы я не боролся за свою жизнь. Я попал на самое дно пищевой цепочки. Меня пытались съесть даже божьи коровки. Каждый день я спрашивал себя, увижу ли я завтра. Завтра. Так это значит... Ты уже все здесь разузнал! Рассказывай, чего тут есть прикольного! Успел, небось, покататься на динозаврах? Тут слишком опасно. Уже не стрясусь. Хочешь, чтобы все веселье досталось только тебе? Поверь, здесь есть вещи, от которых у тебя уши завяжутся в узел. Я так реагирую на занудство. Запомни, шутник, первое правило выживания. Не издавай много шума. Правило? Мы же никогда не любили правила. Вот поэтому мы здесь и оказались. Если ты не хочешь стать закуской для динозавра, делай, что я тебе говорю. Фу, я думал, ты его старый знакомый. Побежали? Спасайся, кто может! Остальные пожертвуйте собой ради меня! Какое у тебя измученное лицо? Тебя что, били? Нет, всего лишь несколько лет пытались съесть. Вот попадись мне тот, кто это устроил. Я его... Кабатыч, Крош, это я, настоящий. А? Крош? А это? А это так, Шорк. Временной парадокс. Долго объяснять. Будем считать, что я его дальний родственник. Ага, очень дальний. Понятно. А где лосяш? Лосяш!
Вокруг темно и сыро, капает чуть-чуть, но мы не унываем и продолжаем путь. И пусть порой взгрустнется и мучает вопрос, поелся ветер кучка под нос. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе, зато мы вместе. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе. Как-то тесно и здорово печет, но плакать неуместно, ведь плаксом нипочет. Здесь рядом где-то выход, он, видимо, зарос. Споем себе тихонечко под нос. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе, зато мы вместе. Какая разница, в каком сейчас мы месте? Зато мы вместе. Уже не ясно, зачем и почему, но видно, мы надолго попали в эту тьму. Придется обживаться, давай тащи кровать. Давай. И будем вместе дружно напевать. Какая разница, в каком сейчас мы вместе, зато мы вместе, зато мы вместе.